Забирайте ее, вот она, забирайте. На моей территории. Кто вы такая, чтобы здесь находиться? Знаете, я понять не могу. Владислав Валерьевич, сейчас, чтобы не было у нас это недоразумений, да, не трогайте, пожалуйста, чужое имущество. И вы можете его повредить, чтобы потом иски вам не предъявляли. Не-не, ребят, давайте, ребята, езжайте. Моя территория, уйдите! Трогайте никого! Да ты тоже, свободно! В смысле? Выйдите на территорию! Это не ваша территория! Все в рамках закона! Обращайтесь в суд! Владислав Валерьевич, вы опять в чужое имущество, в чужую машину проникаете. Убеди на... В чужую машину проникаете, и чужое имущество сейчас. Сейчас берете чужое имущество, и вы повреждаете его, вы понимаете, а? Вам потом придется компенсировать его стоимость. Владислав Валерьевич, вы в чужой машине находитесь. Вы понимаете? Нет, это... Это называется самоуправство. А сейчас еще ваш сотрудник меня ударил. Не убили, живая?